Друзья, привет! Фикс-прайс, Калантай-24, Санкт-Петербург. Пришла доснять новую коллекцию «Лаванда», но ее нет. Все разобрали за один день. Пошла на Калантай-30, там эту коллекцию даже не привозили, возможно, привезут в воскресенье вечером. В этом обзоре будут просто полезные новинки. Приятного вам просмотра! Из новой коллекции остались только подсвечники по 99 рублей, немного. И два горшка с поддоном из керамики они по 199 рублей. Также деревянные ящики большие и с лавандой, и с цветочками. Это я вам не показывала. Это шкатулка лаванда, сделанная из МДФ и стали. Примерно сторона 20 сантиметров. Все только с лавандой. Новые фоторамки 10 на 15 сантиметров. Сделанная рамка под дерево, но это не дерево. Состав полистирол, стекло, металл. Вот такие расцветки 79 рублей. Скатерть колорит 135 на 110 сантиметров. С лавандой, кстати. Есть другие дизайны 149 рублей. Цветок хризантема кустовая, 45 сантиметров длина. Посмотрите, какие пышные цветочки, их много. Есть еще розовые и желтые, 149 рублей. Это тоже хризантема другого сорта, 45 сантиметров. Также пышные цветы и также есть расцветки, 149 рублей. Очень красивая веточка сакура. Длинная, не указан размер. Есть белые цветочки, есть розовые. И цены, к сожалению, на сакуру я не нашла. Но смотрится очень красиво. Детская зубная паста «Мое солнышко», вкус клубники, защита от кариеса и защита укрепления эмали. 65 миллилитров, 59 рублей. Также есть детская зубная паста «Новый жемчуг», «Малина», 49,50. Зубная паста «Фторадент», защита зубов и десен, укрепление эмали, удаляет зубной налет. 125 миллилитров, 79 рублей. И ополаскиватель для полости рта «Фторадент», без спирта, освежает дыхание, защищает и укрепляет десны. 79 рублей. Гель пена для ванн «Принцесса» и для мальчиков шампунь плюс гель пена по 99 рублей. Просто огромный ассортимент мыла и новое мыло твердое туалетное, аромат розы, производитель Турция, 49,50, 125 граммов. Это новинка, это рисовый скраб для лица с экстрактом киви, осветляет пигментацию. И есть еще скраб рисовый с экстрактом манго, 150 миллилитров, 79 рублей. И потом еще нашла скраб «Чистота и сияние» с клубникой, 79 рублей. Крем для рук и тела с дозатором, омолаживающий, с оливковым маслом и пептидами шелка, увлажняет, 83 рубля. Также есть с гиалуроновой кислотой и маслом кокоса, 83 рубля. И посмотрите, что поступило. Это сапоги женские, очень легкие, сделаны из эва. Есть серого цвета и вот такие сиренево-фиолетовые, 349 рублей. Купили женские носочки, очень мягкие и пушистые. 86% акрил, полиэстер. Вот такие есть симпатичные расцветки, 79 рублей. Новый гель для мытья посуды «Тысяча озер». Есть с ароматом лайма и с ароматом арбуза. 450 миллилитров, 59 рублей. Простой стеклянный подсвечник, 39,50. Холдер для карт появился. Застегивается на кнопочку. Внутри сбоку один карманчик. И вот такие карманы для карт. Есть расцветки, 149 рублей. В кухонное отдело поступило совсем немножечко новинок.
А это новинка, контейнер для специй с перегородками, их 4 штуки. Размер 28 на 14, 8,5 сантиметров. Вот перегородочки, они сбоку. Их можно ставить как вам угодно. Есть вот такой светло-бежевый, прозрачный с темно-сиреневыми перегородками и зеленый. 79 рублей, Москва. Беленький салатник 200 мл, опаловое стекло 33 рубля. Салатник побольше 280 мл 49,50. Глубокая тарелка 49,50. Новые кружечки с матовым покрытием, керамика 340 мл, есть черная и белая, 59 рублей. И еще остались такие же кружки глянцевые, 59. Серия учебных книг для детей. Повышаем скорость чтения за 3 дня, 100 занимательных заданий, 48 листов. Вот так она выглядит внутри. Также есть «Запоминаем словарные слова за 3 дня, 100 заданий». Таблицу умножения «Запоминаем за 3 дня, 100 заданий». И нашла еще устный счет, также за 3 дня, 100 заданий, 79 рублей. На кассе лежит новая игрушка детская, называется «Сокс». Пенопластовое наполнение и вязаный текстиль, 149 рублей. Мини-карамель, ассорти вкусов, натуральные ингредиенты, 39,50, 200 граммов. Желейные конфеты с начинкой «Задорная пчелка», 55 рублей, 250 граммов. Друзья, спасибо за внимание. И спасибо вам за то, что вы подарили, послали к нам солнышко. Вчера солнышко у нас светило целых полдня. Солнышко. Посмотрите, как красиво. К вечеру пошел снег, но уже не мокрый, а такой сухой. Был мороз минус 2, ночью будет минус 9. Вот так вот. И дальше мы гуляем. Сходили в кафе «Колобок», погрелись и пошли по проспекту Чернышевского. Мимо метро Чернышевское, которое, кстати, закрыто на ремонт почти на год. Но это так, для сведения, мало ли кто приедет. Пошли мы в сторону улицы Кирочная. Раньше она называлась Салтыкова-Щедрина. Пойдем на остановку троллейбуса нашего, 33-го. Друзья, с вами прощаюсь. Надеюсь, до завтра, если появятся новинки. Спасибо еще раз за внимание. Всего вам самого хорошего и пока. Чего ты напряглась-то? Масянища. Вот не любит, когда ее гладят. Мася, спокойно.